выйти, конечно, партии идиотизм, надо было умудриться. На борьбу. Сыграю Филидора. Алине, конечно, везет очень сильно. Да, конечно, b5 пропустила зачем-то, ну ладно. Ничего страшного. Пока. Так, здесь план такой, что белые пытаются как-то провести f4. Ну, погнали наши. Да. Городских. f5, g5, g4, g5. Они, соответственно, пытаются как-то с этим бороться. Так. Конем, слоном. Давайте конем. Почему всегда в выборе чем да. бить, я всегда делаю чушь? Вот, может мне кто-то объяснить? Да. На b7, домой. А там сюда. Конь, ну ок. Так, ну тут вообще, наверное, приятно очень, да? То есть можем это стоит. Заберем на e7. Дом построить. d6 тухлая. Угу. Так, ну надо брать. Надо брать и вот скромно куда? На f3, наверное, ферзь. Да, ну после предыдущей партии. Ну сейчас d5 же, да, будет играть всему. Тем более, что нам нужна только победа. Ну ничего. У Алины была позиция очень плохая. Как-то она выкрутилась. Сюда. Кстати, может, не все так радужно. Так, и главное не брать. Линию С не вскрывать ни за что. Мы просто сыграем, как ссыкло, слон F2 на D4, уйдем конь B1, конь D2 и там на C5 mm-hmm. куда-нибудь залезем, может. Ну, вроде терпимо получится. Так. Как-то на E5 там. Пойдем. Слон B7 все же, да? Ну, готовят, пока готовят продвижение тогда цепи, получается, да? Кстати, C5 так, а E5 это вот в нашу пользу или... C5 это идея. Фуфло собачье. Не нравится. Не нравится мне такой ход. Может, тогда G4, G5 проверим? Так. Ну, вот отбросим назад, а там посмотрим, что дальше получится. Интересно. Ну, конечно, так дерзко нельзя. Может, что-то рвать и метать. Как это я делаю? К нам придут. Это же D5 уже выигрывает в силе просто. C5. Не, ну... C5, это, конечно, все хорошо, но... Так, чем, куда мы? Конь D7 или... Сюда, так, конь E8. Не знаю, почему. Давайте ладья D1 пойдем, вскроем, как бы, да, и конь D5 уже будет грозить. Потому что не хотелось идти конь d5, слон d5, ЕД там. Надо 4 прыгнуть. Да, два слона, но что-то... Как-то хочется попроще. Так. Так, можно пойти ладья на 8. На b4 заберем просто, да? Так, d5 уже хода нет, конь c7, да, есть. Кстати, конь d4 какая-то, какая шняга. Чуть-чуть так. Так. Прыгаем или не прыгаем? А f5... Надо как-то нагнетать. Как-то может f5 подготовить просто? Ну ладно, давайте прыгнем. Заберем ладьей. Пешка Е нам нужна. Ну что-то как-то коники там распрыгаться могут, да? Ну ладно, поле d4, главное, за собой держим, остальное пока не важно. Так, я скрываю, конечно. Что может сделать Мария? Ну, я бы, наверное, забрала, как-то, может, ладья c3 бы заехала куда-то туда. Время она ушла, я что? Ну, чтобы там... Чего, да? На e3 висело что-нибудь такое. Какую-нибудь ладью сюда. c4. То есть... Так, немножко жадничаем, да?
На b4 висит, да? На b4. Будем Так, давить. вот f5 где-то проходит или не Два проходит? коня. Вот мне Два очень коня это шанс. интересно. Ну, давайте как бы защитим пока, сделаем вид, что Пойдется ли у него очень нам ладья? нужна эта пешка. Хотя ферзь d2 выполняет более простую функцию, да, защищает пешку g5. И хочу я туда, собственно, и пойти. Так, конь c7. Ну, я пока не готова жертвовать, поэтому просто отступлю. И вот уже хочу f5. f5 очень сильно хочу. Так, что делать? Что делать? Надо как-то ходить. Кстати, можно просто ладья d1 Зачем пойти. Так пошло, не знаю. Как пешку d защищать. 11 секунд. Потому что f5 пойти. Давайте, ладно, что. Пора что-то Грозит жертвовать. f6 просто. Я даже на эту ладью смотреть не буду. Ну, ладно, давайте не будем много выпендриваться. Нападем на мат. Так, ну как-то аккуратненько, да? Чё, опять с качеством поиграем? Да, не важнецки наши дела. Конечно, наверное, это даже не выиграно. Может, хотя конями на ладно, попробуем, что. Король такой слабый просто. Да, и времени мало, и позиция проиграна, блин. Пора выбираться из этого пекла. Так, вопрос на миллион долларов. Ладно, давайте что-нибудь отъедим, потому что я уже что-то это... Смущаюсь своих сил. Ой, там же на d4 висело. Это я вафел, конечно. Ну ладно. Да. Ой. Да. Мат же ставлю, да? Да. Да. Победа. Конечно, надо было... Все же, да? Партию надо было выигрывать. Мне кажется, у меня была... Абсолютно выигранная позиция. Так. И что в итоге? Что в итоге, друзья? Да, так, смотрите. Значит, мы сыграли... Плюс 3,5. 4 партии, да? И... Как можно было такую позицию? Я выиграла 3. Да? Слон b5 все-таки был более правильный вроде. Ход. Вроде да. Да. Так, ну что, друзья? Ну напишите в чатик, да? Ну что ж... Мы, значит, сегодня побеждаем C1. В турнире, C1, чтобы король F7, ладья который C6. Называется. Да, ладья C1 вообще сразу ящик. Как он называется у нас? Господи, боже мой. Да, да вот все, у меня все из головы просто ну, вылетело. В общем, да, с дебюта я карибская регата. Господи, карибская. Бывает. Вот. Значит, еще раз хотелось бы поблагодарить организаторов ну что, потеряла, этого соревнования. Да, вот. Спасибо большое вам за то, что поддерживаете женский шахматный спорт. Да. Но тем не менее, вас второе место, очень да, не хватает как, нашему маленькому миру. В... Я желаю этому турниру процветания. Надеюсь, что вам получится привлечь к этому Бывает. Больше ну, участников, молодец, может видите? Быть, других спонсоров. Цепкость, конечно, и здесь турниры казалось, будут традиционными, хотя они уже ими являются. Удалось, вот. Так что всем скользнуть. Огромное спасибо. Вот. Сколько? Мы сегодня радуемся шансов, этой победе, потому просто... что мы не проиграли в полуфинале. Да, вот, ну, конечно, и это успех. Вот.
Хотя, ну, казалось, наверное, полуфинале-то не рисковали, а вот финал начали весьма неуверенно. Ну, тем не менее, вот, была одна хорошая партия. Немножечко подняли рейтинга на Личесе. Уже вот. Успех. И одна это хорошая странно, партия, это тоже конечно, успех. Да, что с такой игрой ладно, казалось, тогда что всем не спасибо получится большое за сделать. Внимание. Так что, друзья, постараюсь всех благодарю, кто пришел к нам сегодня на турнир посмотреть, на мой эфир. Может, если вы здесь впервые, то подписывайтесь, следите придумаем. За материалами, пишите если они будут вам интересны. Ну и скоро увидимся на нашем очередном эфире. Того, правда, не знаю, когда он будет, да. Но я думаю, что очередной эфир обязательно появится. От вот, так что все обнимаю, целую, всем хорошего дня, и тогда до новых встреч, пока-пока. А еще донаты, в общем, я сегодня прекрасно провела этот вечер.